Всем доброго денечка. Певец Стас Пьеха предлагает бить плетью таксистов за их нарушения на дорогах. Однако, надо все-таки начинать с себя и хотя бы не отвлекаться от дороги и не нарушать правила дорожного движения. Чем поделиться, вот желтое такси, да? Чуваки каждый день подвергают нашу жизнь опасности. Перестраиваются через 3-4 ряда, блин. Вылетают из дворов, из каких-то, так сказать, неожиданных совершенно промзон. Прямо там пересекая три полосы, блин, засыпают за рулем, аварии постоянные. Я считаю, надо как питбули желтых таксистов за каждую провинность плеть. Вот, чтобы следующую популяцию вырастить культурными. Вот, всем доброго дня, до встречи на концерте.